и последнее наставление маэстро. Выступлением в Большом зале Московской консерватории начинается первое турне юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета. Я слишком нервничаю, чтобы, значит, предположить, что из этого получится, но поверьте мне, что на репетициях были не то, что называется успехом, а были достижения. Вот я надеюсь, что они не постесняются, не испугаются и смело, значит, уже покажут, на что они способны. Оркестр был создан год назад. Сейчас в нем 80 музыкантов от 10 до 22 лет. И все они победители национального конкурса исполнителей классической музыки. Целых 7 месяцев знаменитый альтист лично прослушивал и отбирал юных дарований в разных городах России. Настя приехала из Хабаровска. После дебюта оркестра она весь год занималась по 8 часов в день. Но самыми ценными считают уроки и совместные репетиции с опытными музыкантами и Юрием Башметом. Он уже рассказывает все подробно. Иногда смешно, иногда истории из жизни. А иногда просто показывает, как он это играет. Берет скрипку или альт и показывает. И достаточно, вот мне нравится. А самая маленькая скрипачка Даша говорит, сегодня играет намного лучше, чем на премьере год назад, и почти не волнуется. В тот раз я очень боялась, хоть и сидела там в таком ряду, что меня даже не видно было. Там я очень боялась сильно. Ну, а сейчас уже не так боюсь, потому что уже третий раз играю в оркестре. Все ребята отмечают, для них оркестр открыл новые возможности и перспективы не только в музыке, но и в жизни. Для меня это значит поиграть с такими мировыми дирижерами, как Юрий Башмет, и он музыкант отличный. Он будет сегодня играть как раз романс Бруха. Очень замечательное произведение, и он так играет, что просто невозможно оторваться ни от него, ни от оркестра, и просто дыхание замирает. Сейчас я учусь в музыкальном Краснодарском колледже, и планирую поступать либо в консерваторию имени Чайковского, либо в Академию Гнесина. Сразу после концерта юные музыканты едут на вокзал, где их уже ждет специально подготовленный вагон. Они отправляются в свое первое гастрольное турне. Играть в оркестре для ребят награда. Они готовятся выступить в финале года музыки на культурной олимпиаде в Сочи. NTD, Москва, Россия.